Глупый парень вдруг увидел свет в конце тоннеля. Час для страшного суда. Помогите, где я? Ну и биография, сплошь одни грехи. В рай ворота не открою, в ад, паршивец, изведи. Новый грех не принимай, котел жарче нагревай. Тут какая-то ошибка, отпустите меня в рай. Все они так говорят, в котле вариться не хотят. Будешь знать, как грешить, поздно помощи просить.